Продолжаем выпуск. Для медиаторов провели специальные обучающие курсы. Профессионалы подробно рассказали о процедуре проведения медиации, а также о зарубежном опыте проведения данной процедуры. На специальные курсы собрались более 100 участников со всей Карагандинской области. Программа курсов по медиации включала в себя 3 обучающих этапа для усиления потенциала непрофессиональных медиаторов инновационными технологиями переговорного процесса медиации. Чтобы пройти специальный курс обучения, собрались и медиаторы со всего региона. Со всего Казахстана собрали более 40 лучших медиаторов для того, чтобы они обучали начинающих. Такие мероприятия полезны прежде всего тем, что они предназначены для повышения квалификации. Мы решили плотно заняться развитием медиации в городе Караганде. На сегодня по области работает не так много медиаторов, но со всей работой они справляются на отлично. Анаурбек Шакиров, медиатор из города Балхаш, работает в этой сфере 3 года. За его плечами 325 решений по разным направлениям, но в основном семейно-бытовые, трудовые споры и конфликты, а также мошенничество. Из них 103 разрешено медиативным путем, то есть разрешились в досудебном порядке. Семинар совещания проходит очень продуктивно, который некоторые аспекты, особенно вот школьная медиация, и далее вот новый вопрос вот разрешения зарубежных споров зарубежными партнерами, юристами и медиаторами особенно, оно нам пользу, потому что время меняется, тут смешение народов, миграция и так далее, вот трудовые миграции, трудовые споры, вот для нас это вот новшество было, и в будущем таких трудовых спорах, профсоюзных вот или других ситуациях, конечно, нам помогут. В казахском обществе процедура медиации существовала издревле. Испокон веков традиция разрешать конфликты с помощью уважаемых аксакалов и биев. Современные медиаторы предлагают возродить ее в новом свете и в рамках закона. Сейчас в Казахстане действует единый центр медиации и миротворчества, где работают специалисты, прошедшие обучение основам медиации. Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с привлечением нейтрального лица медиатора с целью достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию. Асель Сазнабаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.